Здравствуйте, вы на канале Алекс и Николь. Сегодня мы будем снимать влог про резинки пазлы. Это ластик. Это сигареты. Сейчас я посмотрю и покажу вам, какие они будут. Ну да, вообще это вы, ну как выглядеть будут и крутые они или нет. Вау! Это ластик? Что? Здесь вот снизу подписано food. Это по-английски еда. Кто-то не знает. Сюда буду попасть. Блин, капец. Здесь фрукты. Вот фрукты. Здесь яблоко, банан, ананас, яблоко. Да, и арбузик. Блин, вообще классно. Здесь десерт. Здесь мороженка, тортик. Еще одна мороженка, потом какой-то кексик, пончик и клубничка. Так. Здесь получается кухня, kitchen. Здесь всякие принадлежности для кухни и кружечка, потом сахарница, какая-то посудина, это кастрюля. Да, потом сковородка с яичницей, и здесь сковородка с сосиской и с горохом, с чем, не знаю, вообще очень классно. Главное это на уроке не съесть, потом опять фрукты. Здесь это клубничка, апельсин, виноградик и черешни. Или черешники. Вот. И последнее это у нас дом. Ну, типа домашние принадлежности. Это у нас что это вообще? Пончик. Смотри. Смотри, какие классные. Это ластик. Пончик. Ластик. Чайник. Сахарница, кружечка, печь. И вот такая штучка. Ну, это, видимо, стакан, пель и кружечка. Мама, блин, вообще классно все. Это ластик пазл. То есть вот каждая деталька снимается. Сейчас я покажу вам, например. Мне уже не терпится их открыть. Они такие классные выглядят. Блин, вообще. Ну, в общем, мне вот эти больше всего нравятся. Да, вот эти вот. Эти самбончатые уже лежат, видите, да? Вау! Ну, не знаю, это, по-моему, дуртик какой-то. Да, вот я очень дочь. Ну, конечно, вообще, они вообще прыгаются, капец. А? Рвутся? Да, вообще, вот это вот, я уже чуть не оторвала, пока открыла ее. Что это такое? Я не понимаю. Ну ладно, трубочка такая. А вот в том дно есть. Смотри. Я хочу вот этот, поскольку нам Саше он очень понравился. Еда. Что мы можем? Почему? Плохо открыла. Я смогу! Да, открывать!
надо. Так, мне пиццу. Держи. Тебе? Вон грибочки есть, помидорки. Салат. Помидорки и бур, да. Вообще весь разбавлен. Ну это как бы кусок. Саша, покажи, как у тебя разбирается. Ну, эти их решили здесь влепить. Здесь помидорка вот такая. И салата два. Салат две штуки. Пицца пепперони. Как вот этим стирать? Это же жалко им стирать. Да. Вот этим салатиком. Потом идет как бы сыр. Так. И красная основа кетчуп и на ней помидорки. Подожди, ну я же тоже хочу гамбургер. Саша. И вот такая вот булка. Хотя на ой, неправильно. Потом. Я не знаю, что это может. Сырок. Как это вообще? Сырок. Что-то не подходит. Подожди. Еще потом собрать. Вообще круто. Ой. Как это вообще? Подожди. Так. Блин, капец. Сейчас. Ну, она не даст, она сейчас выпьется. Это такой паркет снизу. Потом сверху это такая мисочка. И здесь еда для собаки. Не удивляйтесь. Саша, ну что, как у тебя с пиццей? Да, мы ее сломали. Я тебе говорю, она соединяется? Ну, я более-менее соединила, в общем. Так, у меня так же будет. Да, что сказать. Сашка. Ох. Она прям вся шуршала, это как... Ну, забыл, как это называется. Это супер там бургеры. А у меня хот-дог. Здесь есть сосисочка. И яблоки с ананасами. Сосиска, она не цепляется. Вот, спит. Салатик. В виде сердечка, кстати. И булка. Разбулка, котлетос. Салатик. И накрываем это булкой. Получаем. Ну, я бы такую не стал есть. Никакого, ничего, ни приправ никаких, ни о чем. У меня вот такой сэндвич. В нем почему-то только один салат. Ну, кстати, булка красивая, она такая прям, как будто шершавая. Вот, одна булочка есть. Салатик красивый. И еще одна булочка. Выбираю вот это. Это у нас фрукты. Да ладно. Ты же не сказал. Они такие классные. Я уж там все разбил. Это черешня, либо вишня. Скорее, ясно, наверное, это недоспелые помидорки. Или вишни. Видите, какой красивый апельсинчик или мандаринчик. Она больше А пахнет вкусно? Да, не пахнет. Но не своими запахами, просто. Да, не своими. Ну, тут у нас все по стандарту. Было бы прикольно, если бы можно было открыть и посмотреть, как они внутри. Да, кстати, было прикольно. Клубничка, вишни, мандарин и... Грейпфрут. Какой грейпфрут? Виноград. Да, виноград. Я хочу вот это. Чем? Kitchen set. В комплекте имеется вот такая вот. Ну, для мяса.
вот так открывать. Вот. Одна. Сковородина. Я придумала! Смотри, мама. Я так... Смотрите, что я придумала. Давай. Ты сделай, я буду тренироваться. Как это? Котлета флип челлендж. А я, смотрите, силач какой, я могу такую, как это называется, сковородку вот так сделать. Хая! Здесь две сосисочки. Они не разъединяются. И салат. Сделалось. Саша у нас истинный повар. Вот, кстати, вот эти штучки надо вставлять аккуратно, потому что они могут разорвать, когда две дырочки. Здесь есть. Кстати, в комплекте в одном и в другом у нас оказались одинаковые чашечки. Яичница тоже у нас можно вот так делать. И тут сосиски. Можно вообще тут что-то взять? Нет. Но прежде чем сделать яичницу, нужно яйцо разбить. Значит, берем. Вот такой нож. Зелененький. Ложка. Так, где у нас что-нибудь поесть? Ну, давай. Ну что? Вот это. Ну, так интересно, довольно. Чайник мы уже видели. Давай. Можно делать супчик. Это если вы супчик из коктейля. Если вы играете в куклы, так же как я, то вы можете использовать эти пластики как игры для куклы. Куклы. У нас получается в двух разных комплектах получилось то, что два разных чайника. Теперь я думаю, откроем сладости еще одни. Мороженое здесь, эскимон, торт, кекс, пончик и еще одна клубника, только уже более детализированная, наверное. Давайте посмотрим. А я знаю, почему он выбрал именно вот такие десерт. Потому что только что мы ели вот сосиски, да, и как бы... В следующем надо есть десерт. Ну, так, тут у нас было клубнички покрошенные в кекс там белые, как мы видим. Вот как-то так. Тут здесь вот так смотрели, похоже на цветочек какой-то. Сейчас опять будем собирать полдня. Это сливки. За кого ты принимаешь наших зрителей, Николь? Наверное, они сами догадаются. А я хочу рассказать про эскимо. Лепесток уже не хочет возвращаться, он хочет. Эй, блин. Там гнет. Опа. Вот. Теперь расскажем. Я хочу рассказать про эскимо. На нем. Такая есть глазурь, видимо, розовенькая, наверное, со вкусом клубники.
Вот. Здесь имеется вот такая вот палочка деревянная. Потом здесь есть поверхность такая. Она почему-то очень сложно снимается. Я ее не могу снять. Ну, в общем, наглядно. Вот. Здесь сверху есть такая палочка. Теперь расскажу вам про то, две клубнички и лепесток мяты, наверное. Слой взбитых сливок, потом, я не знаю, это, наверное, какие-то, как они соединены. Я не знаю, что это. Взбитые сливки, карамель и сам торт из основного теста. Ну, собираем. Ну, мне кажется, если такое в реальности есть, то как-то странно было. А сверху же еще. Хотя не нормально было бы, да. И пончик, ну тут все предельно просто. Глазурь и пончик. У меня опять же мороженка, только такая уже красивее. Есть вафельный рожок. Кстати, как из нашего блога, где мы ходили в пассаж, и там мы ели гонконгские вафли. Вот. Похоже. Здесь вот такая вот. Мороженка сама. Смотри. Чайник. Или там. Я поняла. Смотри. О. Капучино. Макачино. Так. Ну и здесь просто так. Я так просто. Как летающая тарелка. Я хочу открыть фрукты. Они у нас уже были, но это фрукты. Они мне так нравятся, они такие интересные все. Они мне так нравятся, они такие интересные. Так, здесь есть яблоко красное с листочком. Оно соединяется, но очень сложно. Тоже яблоко, наверное. Да. Это коза. Наверное, помидор, Николь. Хотя, может, нет, это ж фрукты. Ананасик. Снизу. О, у него снизу тоже листья растут. Бананы. Они их вообще никак не разделить. Ну, хотя, если постараться, то можно. И вот такой вот красивый арбуз, ну только арбуз. Здесь сама мякоть, самая сочная, с семечками. Здесь, знаете, белая кожура такая, ну начальная. И сама зеленая кожура, даже снизу прорисована такая красивая штучка. Все они очень интересные, красивые, стилизованные. Детализированные. Ты не напомнил, то я тебе. Вы были на канале Алекс и Николь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!